Привет, добро пожаловать на Данте Геймс, и что-то там мы начинаем играть в Обитель Зла 4. Обитель Зла 4, естественно, мы с тобой это знаем, где я его взял, да? Да, так, а смотрим, на чем лучше играть, на геймпаде или же на клава-мыши? Сначала так, ну что, идем в сюжет. Тюрьмы сменить костюмы, аксессуары, игры, ну это мне нахер не надо. Дополнительно, что есть у нас? Костюмлено. Ёпта, блядь. Хера себе. Господи. По умолчанию, наверное, самый нормальный. Аксессуары, темные очки, да, костюм Эшли. Да, по умолчанию тоже нормально, да, фильтры. Злодей. Понятно. Музыка оригинальная. Ладно, нахер. Все, заходим, новая игра. Уровень сложности. Первое прохождение будет так. Для тех, кто не играл в... По предположению, вы сможете изменить режим игры, но упрощенный. Сильнее. Эспенс снажения. Некоторые предметы стоят дороже. Да и каков знакомых с Обитель Зла 4? Я знаком с Обитель Зла 4. Недавно проходил. Очень-очень нудная. Растянутая. То есть... Я ее раньше проходил, когда она только вышла, помню, там еще с этим блядским управлением, но у меня был геймпад от Logitech, мне там пришлось, короче, на Select, раньше не было букв от Logitech, были только цифры. У меня 9-10, это типа старт Select, ну, кто в курсе. Вот. Я там вручную пропечатал файлы, чтобы приблизить и отдалить, ну, там, на снайперке, вот так вот. Вот, то есть паузу все равно приходилось на Escape. Так, ну что же, давай на обычном, посмотрим, как оно тут. Может, на упрощенном нету, включу автонаведение, вообще нету смысла. Так, смотрим обычный. Просто я не хочу, блин, заморачиваться, если она такая же, как и первая, ну, точнее оригинальная. Я имею в виду, если она такая же затянутая, растянутая, то будет не очень нудно играть. Дополнительная карта сокровищ добавлена к вашей карте. Графин все на высоком стоит. Так, она видно, что не местная. Да, нехорошо получилось. Она, видать, это, грибника, 30 наверное. 30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли. Из-за биооружия, созданного Амбралой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки. Тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. А хуя бы ты не съел? Волосы, кстати, я включил реалистичные.
Посмотрим. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Нахуй. Просто невероятное захолустье. Сейчас, блядь, я взял так и рассказал. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Девственницу одну. Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Что-то мне ихняя мимика вообще не нравится. Какие-то не как куклы надо. Ну что вы, это игра ж, блядь, года. Так, ну вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Курить будешь? У него губы такие синюшные, блядь. Что, болеет чем-то? Простыл, наверное? Или слишком холодно? Сейчас дедушку, да? А я Льгинаи. Хуй нагни. И че он то пошел? Странный чувак. Вообще никого не предупредил, собрался и пошагал. А этот не докурил, да? Что-то он там не торопится. Провалился. Ну приспичило ему посрать. Может, он отошел куда подальше, побоялся. Посмотришь, что с ним? Это, блядь, слышишь, указывает мне еще. Вздумал. Я побуду тут. Псина, а блядь. А то еще влепит штраф за парковку. Ага, ну вот эта шутка хорошая, конечно. Не с пикником, но, блядь. Со штрафными. Так, а вот, собственно, все. Вот и мы. Ну, я не знаю, выглядит что-то... Что-то не впечатляющим выглядит сам Леон. Ладно. А чё мышка так хреново поворачивает? Ой. Ну-ка, на геймпаде как она будет? Да как-то так же, знаете, что-то не ахти, блядь. Ладно, добавляем. Да заткнись ты нахер. Так. Земляный пепел. Вот это что ли? Изменить степень замедления перекрестия при наведении на цель. Нет, подожди. Режим быстрого разворота. Режим приседания. Переключение. Инверсия колесика, мышь, так, кнопки, так, блять.
Ну-ка, я просто не понимаю, так это должен быть или не так. Ну, ладно, давайте. Блядь, господи. А, вот камера, блядь. Вот. Давай вот так. При ходьбе. Вот так, мышь. Так. Чем речь, тем лучше. А, то геймпад, да, вот мыши при ходьбе. Давай наполовину. Здесь тоже наполовину. Угол обзора. Это геймпад был, да? Нихера, да здесь больше стоит. Ну-ка. Вот, мне не нравится просто мышкой по всему ковру водить. Зачем, типа, блядь, это такой бред. Так, ну давай, все, пойдем. Ботиночки. Ага, кнопку нажал, и он побежал, да? Я понял, что это... О-о-о-о-о. Куда он подевался? Да сюда он срать собирался идти. А что там, что ты там зыришь? Ёбан. Оленька. Ну ладно. Пойди сейчас на чё. Блять, точно, это в демке же на Е, блять. Ну все, докатились. Здравствуйте, блять. На Е садится вообще, блять, шикарно, на. Просто. Я могу эти бочки вон? Не, нихера, да? Там что у нас? Здесь, да, тоже ничего. Где там? Я, кстати, следы там какие-то включал. Ну, какие-то есть, но, блядь, выглядит очень... Очень и очень. Есть кто? Тулуп мах кто, нахуй? Кто же еще может быть? Обаная. Примитивный медальон. Судный день грядет. Ну что ж, здорово. И на этом все, да? Угу. Нужен ключ. Дедушка. Сеньор Дель Торо? Он сказал, простите, что сеньор я без спроса. Буско, он полиция. У меня, кстати, ролики выбраны в 4К, но при этом, типа,
Блин, я не вижу 4К, извините. Шею сразу свернул. Плохо дело. Так, а это ключик. Блин, ну вот выглядит как бы нормально, но чё у них с лицами? Какие-то они пластиковые. Блять, мне кажется, во втором был намного лучше, Леон выглядел. Жетон полицейского национальной полиции. Марио Фернандес Кастаньо, офицер. Это все. Все, что мне известно о нем. Так, я сюда и зашел. Крольчатина. Фу, ну и вонь. Фу, блядь. Прям с волосами, что ли, жрут? А, вот стойка, да, с ножом. Я могу по этой ударить? Ага, хуй. Не ломается. Ладно. А, без присела он просто до ножом. Понятно, хорошо. Давай мы прогуляемся с тобой вот сюда. Да, ключ давай использовать. Используй. Все отлично. О, сейчас хоть не укай. Мышка бегает. Да, физика штурки вообще потрясающая. Как и в демке была, словно он, блядь, какую-то эту задвижку такую отодвигает. Эй! Безголовый, Джек! А нет, здесь его. Понял! Что там у тебя? Да что за херня? Да, говно полное. Опять начал укатякать. Зачем ты это делаешь? Что это? О, смотри, теперь есть физика. Что это? Ты да какого хера? Оба, оба, дедушка ожил. Ты, ты чего, блядь? А чё это он? Что ты, блядь? Да случится иначе. Так, а из них что-нибудь выпадает? Я не знаю. Что-нибудь? Нет? Ни хера не выпадает, да? Ладно, где мне брать-то патроны? Ой, мимо пулька там торчит. Сэ, ты что стоишь?
Сейчас мы из-за угла в него. Ну-ка, давай, давай. Воу-воу-воу. Закрыли? На тебя нахуй. Затыкал. Ладно, где там второй? На, блядь. Все. Готово. Че, серьезно, закрыто? Блядь. Вот в окно. А, хуй закрыт. Подожди. А, вот. Право. Так, а где мои жизни? Тап. А, вон же мои жизни. Вот зеленая полоска. Так, кейсы. Хорошо. Ну, патронов здесь нету, да? Ничего особого такого. Брайан, задвижку закрой. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Что же будет делать Леон? Задерживать. Надо. Что-то мне кажется, у него башка слишком огромная, да? Все так не кажется? К озеру. Вот так вот быстро. Так. А патроны будут вообще? Так. All done, ворон. Порох, блять, опять эти порохи сраные. Господи. Нахер они усрались. И бочки дайся. Подрисовано. Ну ладно, хорошо. Порох. Так, а если мы... Подожди, порох. Создать. А, мне еще нужно только...
вот охренеть. Ладно. Добавили новые кейсы. Новые украшения. Особое оружие. Хранилище. Головолом, страж. Мини-кейса. Украшение. Господи. Серьезно? Патроны, пистолеты, скинуть лечение. А, типа разные кейсы. Там и как бы этот нормальный. Сохраняем. Окей, идем дальше. Какая-то ненужная хрень вообще. К чему это все? А где сейчас твой фонарик? Здесь три как темно, блядь. О, не, уже светло. Ага, контрольная точка. Сам иди там нахуй, слышь, чё. Так. Ну-ка. Ага, вторая сразу улетает. Чару, да, убили? Так, не туда. Чё в этом доме? Патроны. Хорошо. На Е садиться не забываем. Вот там побежал какой-то чел. Беседка. Оба, оба. А чё это ты? Погоди, постой. Ой. Да как вот на эфку можно пинать? Подожди. Постой, ты сдохни. У него нога отвалилась, он типа еще ползает, да? Так, ладно. Что там у нас? Давай спрей используем. Мне к управлению еще, типа, блядь. Ну ты сам видел, вместо того, что это нажать, я вообще другое сделал. А, хотел нажать на F-ку, а вместо этого, короче, начал ножом хуять. Оба-на, капкан, я вижу. Да, блядь! Как же здесь... Расстояние, мне кажется... Что-то этот, когда целюсь, какое-то расстояние, кажется, блядь, он стоит не так близко. Так, а здесь будут желтые? Стоя граната. Ага, вот здесь надо выйти, да?
Я понял, господи, хватит. Так. Создать. А, будет желтая, да? Желтый с зеленым и плюс красный. Это надо добавить. Ладно. Голова упала. Ну и бабушка там. Так, ща я бабку ёбну. Где там? Я тебя что-то, блядь, такое ощущение, где ты что-то рядом. Так, создать. Блядь, держать. Все, у меня есть патроны. Нахуй! Выебался, да? Она, конечно, сложнее оказалась. Но мне кажется, за управление. Так. Ой, заново вот эту говно, блядь, смотреть. Давай там уже, гори, давай. Все. Охренеть. Да.
Так, значит, они на шумы отвлекаются, да? Мне надо как-то втихаря все это проделать. Так. Сим. Блять. Там не особо получится сейчас постелсить, да? Окей. Надо думать. Бегаем и стреляем. Так. А когда я это, нажимаю на инвентарь, время замедляется или нет? Или все так же, типа, дальше бой продолжается? Ну-ка, сейчас я аккуратно здесь пройду. Вот так вот, да. Ага, нет ключа. Понятно. Даже эти я не могу задвигать. Предметы. Хотя бы сделали так, чтобы я мог шкериться где-то. Блять. Там баб какая-то. Че, начать может бой уже? Типа. Воду там носят. Давай, наверное, в принципе, можно. Так, нихуя, ведро может пинать. Ну что ж. А, они быстро умирают, да? На. Бля. Ну-ка. Блин. О, на паузу становится. Дай бить. О, так он еще. На. Бля. А ты-то какого? Оба нахуй вас. Пизду. И тебя нахуй. Сейчас, блядь, буду я сейчас с вами здесь. Так, ну что перепрыгивать? Автоматом, да? На, нахуй. Блядь! Да что с при... целом как-то, блядь... Чё присел такой-то криф идет? На, нахуй. Так, мужчина с пилой. Окей.
Так, он убивает сразу. Поэтому... Воу-воу-воу-воу. Так. Собираем. Да, блять, какого ж... Ой, нихуя там, чё-то там пролетело. Ой-ой. Создать. Так. Смесь зеленый и красной травы восстанавливает почти втрое больше здоровья, чем один пучок зелени. Использовать. Создать. Да, блять. Да что с... Блин, в целом-то, господи. Там женщина идет. Ага. Так. Штурмуют меня. Это что, шутка-то? Да, блядь. Я смешно, мне да. Мне прям везет. Охуенно ж, блядь, смешно. Так. Видите, дробач. О, класс. На тройку? Женщина нахуй пошла. Да вы издеваетесь. Давай, беги. Нахуй пошел. Так. Ага. А? Да нет, ты подожди, дай я все соберу. La campana. Да, ля кампань. Эль нос ин бока. Бока, да. Tenemos que servir. Ты пошел нахуй. Типа война войной, а обед по расписанию, да? Сейчас будет Biohazard. Куда да? Это они все? В кино, что ли? Да, именно обычно люди так и себя ведут, а потом идут в кино просто. Чё бы нет? Чё бы такую шутку потом не сказать? Куда они? В кино. Так, я курицу могу? Кондор-1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. Теперь обосраться от радости. Тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Почему она на экране? Типа, лучше было бы, если бы он доставал, и она высвечивалась. Они вот хуйню-то приделали. К чему это? Карта обновлена. О, лицо. Ага, сейчас будем собирать все эти секретики, да?
Давай посмотрим. Кстати, что с Муму-то случилось? С мушкой что? Мушку убили. Блять, на лося больше похоже, чем на мушку. Так, это где я? Ага, все. Ой, еще курочка снеслась. Никуда ты мне, блядь. Угу. Не все не померли. Так, здесь только вдвоем. То есть мы здесь вернемся, да? Закрыто. Так, здесь нужен ключ какой-то. Я не знаю, что за ключ. Видать, потом будем искать какие-то ключи. Так. Лестницу. Так, что я здесь что-нибудь упустил? Да. Оба, еще спрей. Еще патроны. О, потрясающе. Так, сейчас сделаю перерыв. Надо размяться. Так, все, продолжаем дальше обследовать. Что я тут взял? Что упустил? Ух ты. Да. А можно как-то поменять? Подожди. Быстрый доступ. Да, пусть будет на единицу. Дробач. Быстрый доступ. Пусть будет на двойку. Вот. Всё. Так. Здесь, если мне память не изменяет. Раньше были эти кристаллы, теперь их нету, да, судя по всему. Так, а, там сундук точно. Так, а там не показалось или там что-то валялось? Угу. Беседы. Так, здесь я взял вот этот домик. Пятюм. Улетело там что-то. Ничего. Пять патронов, хорошо. Так, я сейчас буду закрыто. Сюда эти можно вставлять. Угу. Сокровищ. Да, я понял. Так, это значит надо нажать сюда. Вот сокровище, да? Объединить. А, я просто выбираю, но...
Ага, вот так вот. Так, а больше нету. Это что, купон на улучшение платные? Обменять торговца на особое улучшение для оружия любого уровня. Что-то их... О, люк. Угу, правда, залезть нельзя. Так, на башню. Нихуя, чё это? А, и всё, да? Бред какой-то. Так, а мне вроде как сюда надо идти. Один. Так. Что-то они тут вообще как-то все попеределывали. Локация та же, но типа, ну, я так узнаю. В коровник где. Но здесь немножко все по-другому устроено. А ножа-то нету. А чё, руками и шею никак не сломать? Ну что ж, бабка. У меня не было других вариантов, извини. Оба закрыты. Что там синий? А, вот эти медальоны, да? Один из пяти. Давай, давай. Дед, блядь. Охламон ты. Грёбаный. Ну и вонь. Смотри, подожди. О, сдвинулась. Блять. Ты чё, блять, свинья? Охуела. Ты что, блять, корова, блять, ебаная. Чё она упала-то так? Два из пяти.
Я так понимаю, в этом, на этом участке, да, их? Так, эта хрень желтым не подсвечивается, знаешь, здесь ничего нельзя сделать. Да, там, конечно, еще мельницы этой не было, сраной. А где кто солому там сыпет? Ну, 3 из 5. Что здесь? Ну, закрыто, ладно. Синие записки с поручениями. Собирайте синие записки с поручениями, чтобы получать дополнительные задания. Получить, да, можешь посмотреть в меню документы. Вчера всего святого, избавьтесь от синих медалев, которые повсюду, блять. Ну что ж, все синие медальоны, ферма, шнипель 35. Что-то там мина какая-то стипикает. Так, а там он туда проходит. Ну-ка, что там, что там? 4. Ну выходи, блядь, дверь открывай, да выходи. Опять какой-то ключ. Затрахали, блядь. Я чё я его там не заметил? Блять, серьезно? И чё я получил? Бля, срать сколько травы. Угу. Создать. Что у нас там есть такое, да? Так, ну сюда попасть не могу. Ладно. Мне она может пригодиться. Это желтая трава. Ну-ка, теперь я могу. Создать. Вот и желтая трава, да? Угу, все. Красная та же трава восстанавливает почти втрое больше здоровья, чем один пучок зеленой травы. И заодно увеличит максимальный запас здоровья. Все. Круто. Ладно, ну-ка, если я его разоружу. Ничего не за это дают? А, нихуя, да? Блять, наив использовать. Ой, привык к наежку.
Так, есть у него колесо. Стерен. Е уклониться. Ну ебаный тебя в рот. Тоже знал. Ага, на Q резко поворот, да? Смотри, что у меня есть. Лови подарочек. Блять. Ах ты, сука. Да бля! Конечно, быстро снимают. Да ладно, я еще не предрасчен к этой игре. Куриные яйца, ну-ка. Чтобы не защита, восполнить здоровье. Чтобы восполнить, так, можно использовать, чтобы восполнить запас здоровья. Незначительно, давай. Так. Хорошо. Всего я прибил, да? Кого-то гранаты. Еще одна граната. Так, я здесь взял. Путь себе выбил. Так, окей. Что-то автоматом нельзя, да, вот это все использовать. Так, когда летит пиздюлина, на Е уклоняться. Thank you.
Так, а мы типа туда? Так, я пойду сначала дом исследую. Так, а дом, наверное, мне будет сейчас недоступен, да? Угу. Так, он сверху, там что-то спрыгивать можно. Серьезно, и куда мне? Давай, догони, блядь. Так, на Q поворот назад. Ваншот? Как это, блядь, опять это вот... Попадешь, не попадешь? Нахуй ты потом пойдешь, да? Нихуя. Тут все, завал. Да в жопу ты мне пошел. Так, и дальше мне куда? Я хер знает, только в дом. Может, сейчас кто-то там что-то выползет? Нет, да? Тогда я даже не знаю. Так, создать. Угу. Хуйню не могу так чинить, да? Я такого продавца чинит. А, вот есть окей. Ты мой мотор! Хуй на голову себе намотай. Блять, ты попал по мне. Да, блядь. Ай, как мне неудобно тут целиться, бля, господи. Как что-то не то. Использовать. Яйцо поганое. Блядь, почему мне так неудобно здесь целиться? Если я ощущаю, как в этом... Evil Within. Вот. Там тоже что-то вроде бы наводишься, но пял мимо там или еще что-нибудь. Где твой фонарик, блядь, Леон? Фонарик доставай. Не видно ж нихуя. Оба мыши летучие. Чего, блядь? Подожди, они что, прозрачные? Скорее всего, да. Да, они, получается, здесь локации просто соединили. Хуй тебе, блядь, на Вастерелло.
это синее. Да бля! Как так вышло? Да, блядь! Я вот навелся на тебя, сука. Как мне бесит это, блядь. Чего? Старушка что-то корректирует. Да нихуя ты меткая, слышь, чё? Блять, капкан, капкан! На чём мне жать? У меня из-за капкана что-то аж на феписы упали в 4К, блядь. Серьезно, что ли? Смотри, и не отпускает. Игра, да отпусти ты, блядь. Чё это ты вдруг начала виснуть? Наконец-то, блядь, взорвался. Так, здесь ему ключ опять нужен. Так, капкана.
Да что ты так подлагиваешь-то, бля, господи, нормально же типа работало. Так, это вот озеро наше. О, отпустило. Тут там что-то в деревне, да, видать? А здесь, а в этой игре, то есть, блядь, в рыцарях Готэма, да, в Star Wars, там вот, блядь, у вас, а вот тут вот, блядь, нет у вас проблем, нахуй. Блядь. Люди вот не нравятся, массовое заблуждение какое-то. Угу, здесь нужен ключ. Давай. А, это Луис там тарабанит. Точно. Опять ключ какой-то. Так, еще. Ага. Хуй-то тут, да, был? А, я же могу подойти и её обезвредить. И кто это? Что за шум? Так, создать. О. И создал. А вот это вот можно использовать. О, так я еще могу создать. А, нет. Ahí está. ¡Qué coño! Блять, кто там долбил 3 часа нахуй, не смог открыть, а ты, блять, знаешь секретный прием, куда надо вдарить, чтобы, блять, открыть? Я хуй знает, блять. Фонарик ли он? Наконец-то. А. И не боится, может, там хуйня какая-то. Луис! Да. О, больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Вот его достал. Ты кто? А ну-ка стоять! На глава завершена.
Вот. Дальше. Сохранить игру процесс. Да. Я, наверное, буду по главам делать, если они не длинные. Где-то час. Если час, то нормально. А если больше, ну, типа, там 2 часа, то, конечно, буду делить его. Вот. Так. То есть далее. Сейчас загрузится декольте. Да декольте, декольте. Жертвенный Агнец, ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Сера. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую синьориту? Где она? Че ты, блядь, сказал такое? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто же его знает? Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Нихуя себе. По шеям, сэр. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Козлина. Черт, все спиздили. Это, конечно, ты хорош. Ладно. Да и там все. А, гнездо. Сейчас. Это еще Кондор 1. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Да, даже. Проверь-ка его. А рот вообще как-то не совпадает. Ясно, Кондор 1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор 1, конец связи. Да, блядь. Ладно, все, на этом все. Глава вторая, так что до свидули.